Пес-патриот по кличке Майло покоряет Казнет. Ролики смышленного четвероногого, который реагирует на казахскую речь и даже слушает гимн Казахстана, уже набрали миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. А в соцсетях на Хвостатого за неделю подписались больше 10 тысяч человек. С Майло и его хозяином встретилась Айгуль Мухамбетова. Мы пришли с Майло с прогулки, и вот он так будет сидеть рядом со мной, пока я не включу гимн Казахстана. Поднятой лапой Майло замирает, едва услышит знакомые мотивы. Владелец питомца Тимирлан Тоспаев рассказывает, пес реагирует не только на гимн, но и казахскую речь. Поэтому в соцсетях ему дали новую кличку – Майлыбек. Щенка породы Джек Рассел Терьер Тимирлану подарили 3 года назад. Назвал он его в честь собаки из знаменитого фильма «Маска». Сначала с Майло занимался кинолог, а позже хозяин заметил трепетное отношение питомца к казахскому языку. Я вспоминаю, что заводчики собак были, они чисто на казахском говорили. И, наверное, когда он слышит казахскую речь, его это триггерит, и он сразу обращает внимание. Я его учил только командам, которые необходимы ему для его жизни, для его безопасности, то есть отор, жир, кель, деп, вот такие команды. Ну и какие-то обычные слова, которые вот часто мы говорим, талга барамс, достармен, киздиси, деп. А еще Майло знает команды и воспринимает фразы на русском и английском. Да, полиглота, говорит хозяин, далеко, но это дело времени. How do you think? Shall we call you friends home? А особую любовь Майло питает к мультфильмам. Ему понравилась интерпретация нового мультика «Алдар Кусе». Потом мы снимали его реакцию. Из песен, ну, в основном вот такие тойские, так скажем, песни. Он хорошо на них реагирует, потому что я сам начинаю двигаться. Гиперактивный пес Майло больше всего любит гулять с хозяином и бегать по горам. В многолюдном месте, как правило, хвостатому тяжело усидеть и выполнять команды. Но от лакомства он не откажется никогда. Майло, сидеть. Не хочешь сидеть? Сейчас у четвероногого патриота 11 тысяч подписчиков. И это только за неделю. Майло уже приглашают для коллаборации с магазинами одежды для собак. Поэтому карьера блогера у него только начинается. Айгуль Мухамбетова, Максим Шулепов, Алматы, Первый канал Евразия.